Всем привет, с вами Руслан на связи. Сегодня расскажу вам про то, как я наконец-то попал к кардиологу, к специалисту. Ждал я этого 10 месяцев. Сейчас расскажу все подробно. Ну что, поехали! Предыдущее видео, где я рассказывал про то, как я записывался к кардиологу, почему, ну вообще вся эта информация до этого будет вот здесь, в подсказочках. Заходите, смотрите, если вам интересно. А мы продолжим, да, и не забывайте, ребята, подписываться на канал, комментарий, колокольчик, короче, все, что мы любим, хорошо, без проблем. И еще, если вам нужны переводы, очень быстрый, выгодный курс, это приложение Paysend, ребята, ссылочка будет внизу для регистрации. Также вот здесь вот промокод, или введите мой промокод, первых 4 перевода, бескоштовно, бесплатно. Теперь продолжаем. Меня записали к хорошему доктору, как я понял. Его зовут доктор Волш. Был я в Мэтр Госпитал, ребятки, Университи Госпитал, если что. То есть это огромное такое здание, это просто, ну, не передать словами. Я оставлю даже сайт, чтобы вы зашли, могли посмотреть весь уровень, да, мощи этого здания. То есть, знаете, такое ощущение было, кто смотрел сериал «Доктор Хаус», кто понимает, да, о чем я говорю. То есть было такое вот ощущение присутствия просто в этом сериале. Широкие коридоры, в каждом отдельный ресепшн, все цивильно, все одеты с иголочки, просто чистенько все. Но атмосфера просто в каком-то, знаете, голливудском, американском там фильме про, как говорится, про больницы, про госпитали, да, там, ну, то есть, вот мне сразу, как говорится, такое наитие, да, это, ну, такие воспоминания, это доктор Хаус. Вот как-то так, ребята, я скажу вам про это. Вообще огонь, то есть, сервис, все... просто пушка. Ну, сейчас по порядку все вам расскажу. Пришел к своему GP, как это было, да, сказал, мне нужно, у меня есть проблемы. Я сразу предоставил ему документы, которые перевел, то есть это все мои диагнозы с Украины переведены здесь переводчиками в Ирландии, то есть все, как видите, все печати и так далее, то есть показал ему все документы, он прочитал их, он сразу сказал, я не специалист, я за это браться не буду, я ничего не понимаю, мое это, как говорится, ну, панадол, кашель, насморк и так далее. Все, он говорит, я тебя запишу, ну и вот он меня записал, и после вот этой вот даты, как он меня записал, я прождал 10 месяцев, чтобы попасть на прием к доктору Волшу, да, это человек, ну, как раз тот, который мне и нужен, чтобы он меня полностью продиагностировал хорошо. Было много писем, кстати. Вначале пришло первое письмо о том, что, ну, вас записали. Следующее письмо было вот такого вот характера, даже могу вам показать. Это нужно было онлайн подтвердить, что вы, это уже было где-то через пару месяцев, что вы точно согласны, то есть, что я должен прямо лично, да, нужно было заполнить письмо и отправить им обратно, или вот в онлайн форме с помощью QR-кода вот так вот все сделать и отправить им. То есть я выбрал этот, как говорится, вид подтверждения с помощью онлайн-регистрации, подтвердил. И потом уже перед тем, за 2 недели, еще одно пришло письмо о том, что напоминание мне, что вы записаны к доктору Волшу, потому что, понимаете, специалисты, это тут очень роскошно. Тут можно ждать, у меня есть знакомая, которая 2 года ждет специалиста там по слуху. То есть, вот я 10 месяцев, видите, ждал, и обратно же, почему мне говорят, мне многие говорят, что тебя быстро еще пропустили. Почему? Потому что у меня есть реальная патология, у меня есть проблема. Не просто так меня, понимаете, я пришел такой, ой, что-то там у меня там не так бьется, ой, что-то не знаю, так вас никто не отправит просто так. То есть, меня отправили, потому что у меня есть диагноз, у меня есть конкретная проблема, то есть, ну, которую нужно, за которую нужно следить очень внимательно. И вот... все подтверждения есть, все есть, то есть тут с этим не шутят. То есть, если у тебя не получается, должен сообщить, потому что потом можешь обратно ждать 10 месяцев. Это как бы не вариант. Все, это Дублин, как говорится, нужно ехать в Дублин. Этот госпитал находится в Дублине, огромное здание. Все, приехали и рассказывают сразу. Ресепшн, отдаешь, вот этот, как говорится, пригласительную бумагу, которая... даешь, сразу на вас заводится новая медкарта полностью, там все в папочке, все красиво, все уточняется. Записали номер и фамилию моей жены на всякий случай, чтобы с ней можно было связаться, если я буду недоступен. То есть все четко. Дальше ты идешь в зал ожидания большой такой, телевизор есть. И в эту сторону все процедуры,
в другую будет все, как говорится, врачи. То есть все рядом, все близко, но все разделено на зоны, чтобы все было комфортно, не было никакой мешанины. Все, ты сел, ждешь. И первый этап зовет сразу тебя по фамилии тебя зовет женщина. Ты заходишь в первый кабинет. Первый кабинет — это рост, вес. Делается рост, вес, ты становишься, все автоматически. Садишься дальше на стульчик и измеряется давление. На правой, на левой руке и вот этот прищепка, не знаю, что она пульс измеряет там или не знаю, короче. Все измерения она записывает, спрашивает у тебя пару вопросиков и говорит: все, ожидай, тебя позовут на следующую процедуру. Я же как бы первый раз не знал, что я думал, что просто, знаете, как обычно бывает, приходишь, тебе только дают appointment и только потом там какие-то будут процедуры. Как оказалось, нет. Значит, ну, все, кто там сидел, все проходили эти процедуры, все, то есть, неважно, я так понял, там у тебя есть патология, нету, ты приходишь, проходишь все эти этапы. Дальше твою папочку теперь этот человек передает в следующий кабинет. В следующий кабинет выходит, называет его фамилию, заходишь, там тебе делают кардиограмму, обратно, все на высшем уровне, все оборудование новое. Как вспоминаю, пациент, когда делал кардиограмму в Украине, это вот эти присоски, да, вот эти вот, а тут какие-то такие липучки, такие аккуратные, на них все надевается, то есть делается все, не знаю, 20 секунд и готово, то есть никаких там, никакого дискомфорта нет, все. Сделали кардиограмму, все, тоже занесли все данные в компьютер, также в твою папку, и теперь это, как говорится, ну это не доктор, это медсестры, потому что выполняют это медсестры. Медсестра дальше передает твой, как говорится, твою папочку в следующий кабинет. Следующий кабинет — это УЗИ, или как у них называется, ЭКО или ЭХО, не знаю, то есть это УЗИ мне делали сердце. Там вообще все навороченный аппарат просто, ну, я не знаю, ну, пум просто, бубух, пупух, то есть все видно, что четенько, то есть все новейшее, знаете, то есть видно все, что сделано по новым всем образцам, это не то, что там, ну, заходишь, что-то старое, что-то оббитое, там все именно сделано тютелька в тютельку, то есть мне все очень понравилось, то есть атмосфера и оборудование, и люди, видно, что люди специалисты своего дела, то есть они, это было конкретно отделение кардиологии, то есть конкретно, рядом никого другого нету, все люди, которые вокруг, все кабинеты, это все связано с кардиологией, вот что главное, то есть все конкретно, как и должно быть. Делает мне УЗИ. Тоже надевали такие вот какие-то тоже штучки такие, вот сзади надевали, вот как будто, чтобы лучше было как-то, не знаю, там, да, видимость, я не знаю, такие тоже они одноразовые, потом их нужно отрывать, они как на липучках. Все УЗИ делал мне тоже, все четко, долго, все сделали отлично, выходим и, ну, обратно, ждите, вас вызовут. И все, и после вот этих вот всех процедур, мою папку отдают в следующее, то есть другое крыло, другую сторону, как говорится. То я ходил, как говорится, направо, теперь будем налево. Отдается налево и ждется обратно. Между процедурами, сразу говорю, где-то было 20-30 минут. Между каждой процедурой столько мы ожидали. Потому что людей много, людей много. Выходит девушка и зовет нас, ну, в кабинет. Я думал, что это уже доктор. Ну, по названию, да, имени доктор Волш, я понимаю, что должен быть мужчина, да, а там сидит женщина. То есть. Плюс там было, ну, как бы, еще попросили, можно ли, чтобы был, типа, аспирант присутствовал при, ну, разговоре. То есть я, ну, дал добро, если бы я дал бы не добро, то, типа, она вышла. Комфортно мне или некомфортно? Я сказал, конечно, пусть человек учится, конечно. И это, как оказалось, уже медсестра, то есть, как сказать, помощник, да, вот этого доктора Волша. То есть, мне сказали перед тем, как, ну, вообще, как приезжать, в письме было написано, что если у вас есть какие-то препараты, вам нужно, то берите с собой. Я взял свои препараты с Украины, они у меня уже закончились, ясное дело, и вот, как бы, мне выписали новые препараты, кстати, вот. Про них попозже. Она начала меня спрашивать полностью все, как я себя чувствую, сколько я могу пройти, сердце болит, голова, головокружение, туда-сюда, почему, потому что у меня немножко было давление повышено, но я думаю, что это еще от стресса было, знаете, какого-то непонимания, куда, что, я думаю, от этого, потому что обычно у меня давление не было сильно повышено, ну, не знаю, кажется так. Если оно повышено, мне выписали, да, и таблетки от давления, чтобы, типа, пропить, чтобы оно, ну, как бы, восстановилось, я не знаю. Она за вот этого спрашивала про голову, головокружение, там, в обмороке падаешь, не падаешь, ну, как, говорю, нет, говорю, как есть.
рассказываю, то есть куча пьешь, куришь, то есть все полностью, я все, вот почему я так много рассказываю, я рассказываю все, как вот было, чтобы человек, у которого тоже какая-то есть проблема, который попадет туда, чтобы он знал, что ему ожидать, что он будет проходить. Вот я рассказываю полностью свой путь, как я попал в Мэтр Хоспитал, Дублин. Она все расспросила, все записывается, аспирант все слушает тоже такими глазами, я же с Украины, объясняю с Украины. Она вообще думала, что я не знаю, какой у меня диагноз для начала. А потом я же показал свои переводы, она, так все, ну, потому что она не понимала, что я откуда, ей там, да, дали кардиограмму, отдали все мои документы, так посмотрела, да, ага, так у него такое-такое-то, а знает ли он вообще, да. Я говорю, конечно, все знаю и так далее, она, все это хорошо. Ну и все, поговорили мы с ней так минут 10, она записала, посмотрела мои таблетки, сказала, что мелдронат такой у них, ну я пил мелдронат, тут в Ирландии он запрещен, то есть он считается как допинг, так что его тут нет, и если кто там тоже с Украины пил мелдронат, знайте, что он тут запрещен по закону. Еще у меня был кардиомагнил и панангин, вот эти таблетки, которые я пропивал, у меня курсы были пропития этих таблеток. Ну, это мой кардиолог в Украине. Тут они, конечно, немножко удивились. У них все по-другому, препараты другие, дозы другие, все по-другому. То есть, ну, я буду пропивать, буду смотреть, как я буду, что они сказали сразу. Если будешь, какие-то будут серьезные изменения, то лучше бросай, не пей, будем подбирать что-то другое. Как-то так. Дальше, я думал, ну, что на этом, наверное, все или как? Они говорят, нет, это только мы подготавливаем все для того, чтобы потом пришел доктор Волш и уже всю полную картину посмотрел. Я такой думаю, ого, это прям какой-то серьезный. А я вел в интернете про него, да, это человек, доктор Волш, это не просто. То есть он оперирует, делает операции, то есть это серьезный кардиолог, это не просто кардиолог, который обучился, знаете, как у нас сидят в поликлиниках, которые не делают ни операции, ничего. Он по методичке работает и все. Это человек, который делает конкретно операции на сердце. То есть человек с большим опытом. Все, я встал обратно в зал ожидания. В ожидании. Выходит еще одна девушка, уже помоложе. И у нее уже есть стетоскоп, вот этот, ну, как говорится, даже чем сердце можно слушать. То есть уже. А та была вообще без ничего. Все вызывает. Это как бы вот был первый кабинет, а это следующий за ним. Ну, все, зашли в этот следующий. Заходим в этот кабинет. Обратно. И она начинает задавать те же самые вопросы, что задавала та медсестра, девушка. Я говорю, так я вот уже ответил на все вопросы, вот они написаны. Она говорит, нет, я хочу еще раз от вас все услышать, как оно есть, чтобы понимать. Ну, и все, она задала чуть более такие, еще такие, знаете, коварные вопросы, там, то сё, потом, например, пьешь, не пьешь. Я говорю, пиво, она говорит, а сколько? А сколько в неделю, а не куришь, а курил, а почему не куришь? То есть, такие вопросики, знаешь, типа, ну, чтобы понять человека, даже его психотип. То есть, ну, я говорю, как есть, я не курю вообще и по жизни не курил. Пиво, ну, да, пиво бывает, конечно, это я и сказал, как бы, это без проблем. То есть, как оно есть, лучше говорите, как оно есть, потому что тут люди не глупые, вот в таких центрах тут же люди все понимают, все читают. И ну, не нужно пытаться, знаете, что-то там подыграть, наиграть. Говорить нужно как надо. Если вы хотите, если вам нужно тем более какое-то лечение, хотите, чтобы вас правильно диагностировали все, то лучше говорить, как оно есть. Ну, это мой совет, а там уже думайте сами, как вам решать вашу жизнь, ваши правила. Она все расспрашивает, все записывает, обратно смотрит таблетки, начинает в интернете прям вводить все украинские таблетки, читать, говорит, да, вот этого нету, это есть, это мы заменим. Ну, короче, они заменили мне почти все таблетки, кроме вот этого вот, как говорится, ну, мелдроната, да, мельдоний, как его называют. Его, они сказали потом, после остальных тестов, сейчас я расскажу про это, они потом уже более подробнее будут делать мне лечение. Это сейчас они лечение мне выписали такое, какое, да, было, типа, в Украине, чтобы я, типа, продолжал дальше. А потом, после тестов, они уже, она как сказала, что я уже на учете у них, все, теперь я ихний пациент, в прямом смысле. То есть я у них на учете, у меня карта, все, говорит, теперь вы с нами, типа, едете на этом поезде долго и нудно. Я думаю, это отличные новости, потому что тут я уже год сколько и три месяца, да, и вот только попал к кардиологу, понимаете, да, как бы тоже. И хорошо, что у меня теперь поставили на учет, и теперь у меня будет постоянно, этот кардиолог будет меня вести.
Ну дальше. Она все это, и обратно мы это общаемся, общаемся, и я понимаю, что типа как бы все, да, типа, ну все, когда увидимся, она говорит, нет, сейчас типа я иду теперь за доктором Волшем, вот теперь я показываю ему полностью всю картину, сейчас я ему покажу, и он уже придет к вам и вас осмотрит. Мы же где-то минут 15 проходит, и заходит доктор Волш, то есть, ну там уже он в годах, конечно, видно, что человек образованный. И сразу, знаете, что самое главное, самое приятное? Это единственный человек, который меня послушал. Он сразу сказал, кто? Он говорит, ага, сразу говорит, подымай. И сразу первым делом, оп, и он слушает сразу. То есть сразу. Бумажки, все обследования, это понятно. Ну вот, ему хватает одного, как говорится, пару секунд о том, чтобы понять, что и как. Все, он послушал меня буквально там минуту. Все, и давай рассказывать. Говорит, все, вы наш пациент, туда-сюда. И говорит... чтобы поставить тебе полный, правильный, обратно же все, диагноз, все подтвердить, все сделать, лечение, мы должны пройти полный комплекс всех обследований. Что в это входит? Мне уже сделали, как вы знаете, там, да, там давление, там, кардиограмму, УЗИ, теперь дальше, дальше. Это будет, ну, буду я носить такой вот аппарат, знаете, день или два сутки, то есть, там, с датчиками, которые будут замерять, как я все делаю в повседневной жизни. Просто сутки или двое я буду ходить с ним обычно, и оно будет замерять мои все данные сердечные, да, как мой организм вообще на что реагирует. То есть, вот это будет. Дальше. Он сказал, что я буду глотать трубку. Я так не понял, какую. То есть, будет осматриваться, я так понял, полость полностью и желудка, и всего. Как я понял, до конца не знаю. Когда придет письмо, как говорится, он сказал, что в течение полугода я должен сидеть и сделать тесты. Потому что мне уже пришло письмо, вот, вчера буквально. То есть, и там написана дата, когда я должен с ним увидеться. Он мне сказал, через полгода. И да, вот написано, что я к нему именно на прием. То есть, и теперь должны быть письма с датами, когда какую процедуру делать. Вот первая процедура, я сказал, буду ходить с таким аппаратом и будут измерять мои все показатели. Следующий это, ну, я не знаю, какая будет их последовательность. Следующий я буду глотать трубку, короче, я так понял, с камерой, как он показал, что тоже там будет все осматриваться. Следующий будет, в вену будет загоняться камера, и будет она, я так понял, до сердца догоняться через вены, чтобы посмотреть, что там точно. То есть, вот такая процедура. И еще последнее, это МРТ. МРТ всего, я так понял, тело будет делаться. Вот такие вот процедуры, только после них я встречусь с ним обратно. И будет подтвержден диагноз, будет выписано лечение, будет говориться, там, как быть, как жить, туда-сюда, короче. Вот так вот здесь, вот это мне нравится, вот это мне понравилось. И говорится, ожидание стоит того. То есть, тот профессионализм, который показал человек, это пока единственный человек, это доктор Волш, который реально меня порадовал. Он единственный, который меня послушал, который сразу определил проблему и так далее. Все остальные, никто ничего, просто, как мой сказал GP, ты такой, ну, я ему там кое с чем к нему пришел, он говорит, как-то ты такой бодрый, такой это, вообще прям просто, я не знаю, какие у тебя проблемы, ты шо? Потом показал ему перевод, он, все, я ничего не знаю, я тебя записываю к специалисту, все, я по этим, я руки умываю. То есть они, да, они, как говорится, обычный GP, он это просто, как говорится, ОРВИ, как говорится, все, не более того. Так что старайтесь записываться к специалисту. Обратно, я записался не просто так, что у меня есть проблема, так что меня, я думаю, записали. Дальше, может, кого-то интересует момент, сколько это стоит и так далее. Я спросил лично у доктора Волша, он сказал, что все процедуры, то есть и МРТ, и все бесплатно. Так само, как и прием здесь, бесплатно, потому что, сами понимаете, тут бывает так, что если не спросишь, то они могут тебе ну, сделать процедуру, а потом придет счет. То есть лучше перед тем, как ты что-то делаешь, в Ирландии спрашивать. Я вам так скажу, я вам посоветую. Потому что, например, те же МРТ и так далее, поверьте, там могут доходить до $1000 все эти процедуры, то, что я вам назвал, и то и больше. Так что, ну, я не готов, если бы это было платно, то, например, я бы там, ну, уже думал бы, да, как это бюджет, потому что, извините, мне приехать там отдать за МРТ 500 евро сразу, это, ну, тоже не могу я так за одну секунду, знаете, мы тут не миллионеры, но я лично не миллионер, так что я просто всем советую, спрашивайте, не бойтесь, не стесняйтесь. Я сижу прям и все, до последней, говорится, капли уточняю, переведу, переводчик, туда-сюда. То есть, как у вас получается, так и делайте, потому что потом может быть хуже.
Потому что если вы что-то не уточните, потом будет вот, будут какие-то непонятки. И у вас будет какая-то злость, вот почему так, а не так. Нужно спрашивать, нужно. Тем более они всегда готовы к диалогу. Они любят поговорить, они любят поотвечать на вопросы. Они приветливые, они готовы идти на контакт. Нужно не стесняться. Главное, конечно, всем советую, имейте интернет. Имейте интернет и телефон, который у меня есть, Google переводчик. Не стесняйтесь писать, выражать свои мысли. Они вам тоже напишут, смогут сформулировать. Не волнуйтесь. Не бойтесь говорить, вот как я, да, у меня тут куча ксерокопий. Я сдаю кровь, я прошу у них ксерокопии. Какие-то анализы, ксерокопия. Чтобы у вас были документы. Потому что, ну, чтобы вы могли потом прийти, например, как вот у меня был, да, повышен холестерин. Я прихожу обратно сдать кровь. Она говорит, а зачем тебе? Я ей начинаю объяснять, она не понимает. Я пошел домой, взял ту бумажку, которую они мне распечатали, которую первый раз давал. Показываю, вот, видите. Она, у вас точно все. Конечно, все, у вас повышен, конечно, вам нужно сдать. Да. Все, чик-чик-чик-чик-чик, все. Через 2 часа я уже на приеме, чтобы сдавать кровь с вены и так далее. То есть им нужны бумаги тоже. Без бумаги трудно незнание языка объяснить. Если у вас есть бумажка, вы все сможете объяснить легко. Так что мне предстоит еще 4 процедуры вот таких вот нелегких, да. Но самое легкое это поносить аппарат и МРТ. А вот это вот, да, глотание каких-то камер и еще в вену будут вводить, я так понял, камеру или что. Я вот этого до конца не понял, но будут письма, и там будет расписана полностью процедура, которую будет делать. Про каждую процедуру я отдельно тоже запишу видео, потому что это мой опыт. Поверьте, украинцев много. Да меня не только украинцы смотрят, все, кто, как говорится, разумеет украинскую мову и российскую мову, все меня понимают, так что... Думаю, смотрят меня не только украинцы. Буду с вами делиться этой информацией, кому полезно, кому нет. Я люблю такие, знаете, длинные диалоги, рассказать все с самого начала и до конца. То есть, потому что, ну, так я люблю записывать видео. То есть, люблю, чтобы оно и шло, знаете, одним кадром, одним спичем, чтобы не было вот этих всяких нарезок, всяких монтирований, всяких крутых штучек, потому что я здесь для того, чтобы помочь людям. А кто-то хочет там вот это все крутое записывать, делать для того, чтобы там что-то распиарить, там себя, там свой канал. Нет, я записываю, мой канал называется «Моя ситуация», рассказываю про свои ситуации, какие они есть, без купюр, как говорится, без каких-то занавесок. Вот как оно есть, как оно было, так я говорил. Мои ощущения, это отличный доктор, отличный госпиталь, я как будто попал в какую-то, не знаю, в какой-то доктор хаус. Мне все понравилось, так что я вам могу сказать, пока есть, у вас есть medical card, пользуйтесь, не стесняйтесь, закон это позволяет, идите, если у вас какие-то есть хронические заболевания или что-то вас беспокоит, идите, не стесняйтесь. И все вам как бы предоставит эта прекрасная страна Ирландии. Как видите, я вот пример для того, чтобы вы понимали, что все возможно попасть к любому специалисту. Нужно подождать, я подождал, ну и вот теперь буду делать 4 процедуры, потом через полгода попаду обратно к доктору Волшу, и там уже будет конкретный разговор, что, как, почему, ну и так далее. Ну и вот таблетки мне выписали, тоже, кстати, бесплатно. Но только один вид таблеток я не купил. У меня там рецепт, мне прям сделали такой рецепт на бумажке, распечатанный. Я пришел в аптеку, дал, они мне дали три препарата, дали. И они отметили, что и печать там стоит, там прямо она прогоняла через какой-то такой аппарат. Короче, ну все серьезно. И сказал, что этого нету. Говорит, я не знаю, будет ли в вашем, ну в этом городке вообще, будет ли такое лекарство. Говорит, лучше в интернете посмотрите, типа. Но, говорит, она уже не будет, наверное, по medical card, то есть она не уверена. Ну, знаете, одно можно и купить. Это же для себя, для своего здоровья, так что не жалко. Эти препараты, что вы видите, все они по medical card. Это, то есть, евро 50 я заплатил за каждый тюбик. Да, вот за 3 тюбика получается 4,50. Как-то так. На этом все. Кому было интересно, ставьте лайк, комментарий. Пишите мне в инстаграме. Кому нужна какая помощь, только... Прошу вас, не пишите там такие прям большие спичи о том, что там у меня такая ситуация, как найти жилье и так далее. Я не могу свой пример налаживать на ваш.
Сейчас уже другие реалии, другие проблемы, сейчас жильем другое. Когда я приехал, когда записывал свое видео про то, как нашел жилье, то все в этом каунте, в котором я живу, в нем мало украинцев. Вот сейчас только буквально, вот с месяц назад начали уже привозить, сейчас мы уже познакомились с людьми с Лисичанска и так далее. То есть людей начали только сюда к нам привозить. И нам было, когда мы сюда приехали, намного легче, у нас была ситуация, понимаете? И у нас маленький городок и так далее. Просто мне хочется помочь, но я не могу, как говорится, вот человек пишет, помогите найти жилье. Ну как я могу найти, помочь жилье, если я не делал что-то сверхъестественного, чтобы его найти. Так просто карта лягла, фартанула, все. Я просто рассказываю, что идите, ходите в эти, как его, службы по аренде, да, и все, чтобы они вам, может быть, помогут, потому что все-таки ищите там, где в этих службах, да, по аренде, где есть русскоязычные, или украинская, на украинский, или поляки, которые хоть как-то что-то понимают, и они вам помогут, то есть, только так. А так в интернете отправлять вот эти заявки, это, конечно, да, это сложная ситуация. Ну ладно, мы не про это, мы про Matter Hospital, про то, что я попал к специалисту, кардиологу. Всех обнимаю, приподнимаю. На связи.